Всех приветствую на своем канале «Моя жизнь, мое хобби». Выехал на рыбалку по последнему льду. Хочу сказать, рыбалка удалась. Поймал карасика. А какого и сколько, смотрите мое видео. Конечно, не все мне получилось заснять. Сложные условия, скажем так. Много рыбаков вокруг. Да и не все. Взял с собой ни штатива, ничего. Ну, как есть, так есть. Приятного просмотра. Да, не получилось снять. Бурил жерлицу ставить. Пришел поклевка. Вот так вот. Первый карась в этом году. Вот. Такой. Можете поздравить меня. Фух, чуть запыхался. Вот. Прям в тростнике. Под берегом. Отлично. В общем, решил я отметить первого своего карасика чайком. Чуть-чуть руки трусятся. Все-таки адреналинчик есть. Солнышко светит. Вот они. Ромки. Ждем еще одного выхода. Да, была поклевка. Ну, была? Да, и реализовал ее я. Карасик есть один уже. Поймал? Да. Ну, так что надо следить, смотреть. Поклевка. Сразу. Прикормлен, он какая-то каша там сыпется. Прикормлен, ромка. Чем-то надо. Не, уже не будет пока. Ну, какой-то грызь. Он очень аккуратно, он третий раз уже там. Какой-то жулик грыз. Карасевый каприз, на лунку не уронить. Хотя бы одну поклевку себе заснять. Будет поклевка сразу. Только сядешь есть, и будет сразу поклевка. Ну, я бы сейчас предложил насадить. Тут
Это да? Да, то, что он стоит, это сейчас уже погоды не будет. Она свежего может и ляпнет. Аккуратно поднять и насадить и опустить. Погода резко изменилась. Пошел крупный снег. Солнца нет, тучи налетели. Ну, естественно, карась залег на дно. И уже навряд ли мы что-то поймаем. По голосам слышно, что я не один тут. Чуть-чуть меня обуривали. Ну, ничего страшного. Все, погода кардинально другая. Рыбалка подошла к концу. Погода как изменилась. На снегопад. Больше она не поменялась. Условия для карася изменились. Клев перестал. Вот, ну, посмотрите на итоги. Такие вот карасики в районе 250-300 грамм к мотыльнице. Походу красноперка. Тоже крупная. 4 карасика, красноперка и вот маленькая. В общем, рыбалка удалась. Мне все понравилось. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Так вот прошел у меня сегодня день.